Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как изменить мощность вашего пылесоса, вашей электронной швабры, вакуумной Dream F9, именно мощность вращения не пропеллеров, как они там называются, ну, в общем-то, мощность всасывания, вот так вот правильно сказать. Вот, нужно это для, например, для того, чтобы попылесосить ковры, потому что мощность на коврах должна быть гораздо больше. Ну ладно, давайте посмотрим. Сначала открываем приложение Mi Home, на главной странице переходим в опции нашего пылесоса. Затем в правом нижнем углу здесь вот видим такой маленький вентиляторик. Нажимаем на него, и у нас есть, собственно, несколько опций. Либо минимальная мощность, чуть больше минимальная, средняя и максимальная. Говорится, что вот турборежим подходит для чистки ковров с длинным ворсом. С увеличением мощности повышается уровень шума, а время работы от аккумулятора снижается. То есть он нас об этом сразу предупреждает. Можем посмотреть, как сейчас будет шуметь наш пылесос. Робот начинает уборку. Действительно очень шумный. В общем-то, шумит он серьезно в турборежиме, я прям даже немного испугался, но при этом он будет хорошенько всасывать пыль из ковров. Что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!